Десантирование прошло штатно. Военнослужащие 98-й дивизии ВДВ принимают участие в стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019». На полигон «Донгос» в Оренбургской области десантников вместе с боевыми машинами с аэродрома «Северный» доставили военно-транспортными самолетами Ил-76МД. Ивановским «Голубым беретам» удалось стать участниками знакового события для всех вооруженных сил. Впервые в истории осуществлено десантирование парашютно-десантного полка в полном составе вместе с боевой техникой. Только из Иваново доставлено больше 50 единиц военного транспорта. Всего же свыше 1000.